Вот так по заснеженной Финляндии нарезает круги барнаульская ракета. Именно так называют болельщики лыжницу с Алтая Яну Кирпиченко. В свои 23 у нее уже есть золото молодежного чемпионата мира. Спортсменка, студентка, да и просто красавица, не против пополнить копилку и медалью с домашней универсиады. Победила, пробилась, доказала. Теперь можно сказать точно, Яна гарантированно едет в Красноярск. Я очень рада, что поучаствовала в Всемирной универсиаде. Очень хотела на нее поехать. Пару лет назад проводилась универсиада в Казахстане, на нее не получилось поехать. У нас проходило первенство мира в одни сроки, а здесь первенство мира уже прошло, поэтому я очень рада, что получится выступить на ней. О ней говорят как об одной из самых перспективных лыжниц страны. Барнаульская ракета едва ли не с каждым стартом только набирает обороты. В этом году Яне присвоено звание мастер спорта международного класса. На универсиаде это будет наша главная надежда, говорят краевые спортивные чиновники. Рассчитывают не просто на участие, а на призовое место. Учитывая, что она в первенстве мира была призеркой-чемпионкой, а там как раз вот этот возраст, я думаю, что очень реальные шансы в ней завоевать медали очень высокого достоинства. Возможно, в ближайшее время к Яне присоединится Олег Жудин. Это уже горнолыжный спорт. Сейчас наш земляк в Южной Корее пытается доказать тренерам сборной, что на него тоже стоит рассчитывать. Там проходит Кубок мира. По итогам турнира огласят состав. Единственное, что пока вызвало возмущение у болельщиков нашего региона – отсутствие в хоккейной дружине парней из клуба «Динамо Алтай». Вот уже 2 года подряд им нет равных не то что в стране, на планете. В итоге в списках оказались молодые игроки уровня высшей хоккейной лиги. И Яна Кирпиченко. Пусть 13-й номер будет вполне счастливым. Но Яна Кирпиченко перед студенческой олимпиадой еще заедет в Сыктывкар, там поборется за золото финала Кубка России. Уже прямиком оттуда барнаульская ракета возьмет курс на Красноярск, где уже все готово для встречи спортсменов и их болельщиков. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.